Завтра на дорогах тоже будет скользко из-за гололедицы. Объявлено штормовое предупреждение. В ГАИ напоминают о безопасности за рулем и советуют переходить на зимний стиль вождения. 15 аварий за прошлые сутки и 3 сегодня. Зимняя погода напомнила о себе, и некоторые водители не были готовы к этому. Больше всего аварий в Тирасполе, где самый насыщенный трафик, обошлось без жертв. Все повреждения механические. Автомобили догоняли друг друга на перекрестках, вылетали с дороги и врезались в ограждения и опоры. В такую погоду значительно увеличивается тормозной путь. Для безопасности необходимо увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров и торможения, снижать скорость перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Отдельное внимание ГАИ уделяет поведению пешеходов. В холодную погоду головные уборы и капюшоны значительно снижают угол обзора. Поэтому даже подходя к пешеходному переходу, сначала нужно убедиться, что тебя пропускают. Не стоит рассчитывать на быструю реакцию водителя, не перебегать дорогу, провоцируя резкое торможение. Лучше использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках. При пересечении проезжей части убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает. Во время непогоды в режиме повышенной готовности дежурят спасательные отряды МВД. У них есть транспорт повышенной проходимости и буксировочные тросы. Спасатели на посту круглосуточно и готовы прийти на помощь в любой сложной ситуации.